Так, ребята, сразу говорю, это видео не для знатоков, а для начинающих. Вот. Купил я вот этот мотоцикл. Карбюраторы К63. Стояли здесь обычные иголочки с шайбочками такими силиконовыми. Ну, естественно, эти шайбочки текут. Вот смотрите, есть у нас на базаре продаются вот такие вот иголочки с прорезиненной головкой. Отличная вещь, ходит очень долго. Практически мне ее хватает минимум на полгода, а то и на год. Вот. Ну, держит бензин отлично. Вот. Значит, что я еще обнаружил? У меня один цилиндр, вот правый, начал голодание у него. Проеду несколько километров, там километр два, может быть, и цилиндр глохнет, не хватает ему бензина. Нажимаешь на ходу, нажимаешь подсос, мотоцикл поехал. Вот. Сейчас, секундочку, мне одной рукой неудобно. Я пока поставлю телефон. Значит, вот я разобрал карбюратор, смотрю, что у меня получается. Поплавок у меня слишком высоко стоит. У него голодание топливное. Сейчас я вам покажу, как он у меня стоит. Вот видите, должна быть вот эта вот линия, где сплавляется поплавок. Вот эта линия должна быть параллельно плоскости карбюратора. Вот сейчас мы немножко ее подогнем, вот этот упор для иголочки. Немножко я его отогну, чтобы поплавок опустился ниже. И все должно работать нормально. Вот такой это регулировка карбюратора. Теперь вот этот винт качества смеси я обычно выкручиваю на 1,5 оборота. Вот. Ну, там можно регулировать по звуку работы. Но обычно 1,5 оборота достаточно на всех карбюраторах такого типа. Ну все. Ну, знатокам спасибо за советы. Буду рад выслушать.